У ближайшую неделю, 17 листопада, свое профессийное свято означают працовники сельской господарки и перепрацовшей промысловости. В этот день добрая постава еще раз обмерковать ситуацию у галине и окреслить шляхи вырашения існующих проблем. Протяг темы у материале наших корреспондентов. Об необходимости захования культуры землеробства на Гомельщине обожний час кажут часто. В уголе это достаточно широкое понятие. Тут и бережливые отношения до земли, и доброе насенье, и пильный догляд за посевами, и высокопродукционное использование техники, и выполнение всех агротехничных мероприятий у оптимальные термины. Все эти меры у вынику позволят обеспечить высокий урожай. Иншая справа, что выполняются потребования далеко не завсёды. Акционерное товариство ОТАР Шашерского района – это тая господарка, на прикладе якой необходимо учиться. Во всяким выпадку отхиление от технологии выращивания продукции тут не допускаются навод теоретично. Мы работаем стабильно, работаем с минеральными удобрениями, с гербицидами, с протравителями, с хорошими сортами зерновых. Это посевной материал ниже элиты мы не сеем. Суперэлита, элита, Р2. Для акционерного товариства ОТАР понятие культуры землеробства мае конкретное наполнение. Усяго одна лишба, якая звычайно цікавіць усіх. Сярэдняя зарплата у господарцы складае 1100 рублёў. Суседзі похвалиться такими досягненнями не могуць. Дарэчы, их палетки настолько моцна адрозніваюцца ад отарских, что гэта бачна нават не спецыялісту. У райвыканкаме называюць прычыну. Усё у адносінах людзей да сваіх абавязкаў. Проводзім одну і ту ж аперацыю, но иногда где-то недоконтролировали, где-то не проконтролировали. Имеем потом ту же пахоту неудовлетворительного качества, скажем так, которая потом все это сказывается на урожайности сельхозкультур. Прежде всего, это, наверное, техника и отношения специалистов. Чому человек не может сумленно працовать на земле, питание зусім не риторичное. Нехто упарто не жадая навод знайомиться с сучасными технологиями, нехто спосылается на объективные причины. У областном комитете по сельской господарце и харчаванне перакананы. Наводить парадок необходимо сформирование команды однодумцев. Коли керавник сельгаспредприемства не мая поддержки у коллективе, различивать на высокие досягнения складана. В первую очередь ему нужно будет работать с людьми. Поэтому первое-заперво – это люди, которые у него есть, он должен с ними разобраться, со своими кадрами, понять, на что они способны. Если надо, их стараться учить, ну и, конечно, самому. Самому ну, иметь цель и знать, как этой цели он будет идти, что он должен добиться. За этот год вот этого, следующий год вот это, в растеневодстве, в животноводстве, просто-напросто наведение элементарного порядка. Сёлета технічны парк Гомельскай вобласці павялічыўся на 1700 адзінак. Плюс дапамога насеннем, палівам і ўдабрэннямі. Але гэта не значыць, што неабходна спадзявацца толькі на падтрымку дзяржавы. Кіраўнік акцыянернага таварыства ОТАР Таццяна Струк кажа, для таго, каб вучыцца новаму, трэба выкарыстоўваць любую магчымасць. Аддыхала ў Гродна, я спецыяльна ездзіла на поля пасмотрець. Мне очень интересно. І што-то падчеркнуць, а дзе-то што-то взяць і потом прытварыць жыць, это маё. И такие лишбы. У этом годе выручка предприемству агропромыслового комплексу Гомельской области повелишилась на 2,5%. Это не дренно, але явно не отповедая реальным махчимостям региона. Культура землеробства становится для господарок одной из самых актуальных задач. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадо компания «Гомель».